Друзья, всем привет! Собираем иван-чай. Вот, будет у нас первый опыт. Будем делать иван-чай. Буду пытаться ферментировать. Вот что хотела показать. Ребенок обнаружил вот такое чудо. То есть много-много-много-много-много. Слоев? Да, слоев, стволов, как это назвать-то? И вот оно все перемежается в одну общую вот такую вот необычную штуковину. Это что такое, кто не знает? Вот видно, наверное. Вот она прямо тут как сплошная. Здесь много-много-много таких вот по типу вот стандартные, да, вот стебли. Вот они, это я уже вот собрала. И вот они. Тут они почему-то не такие вот круглые, а они соединенные и плоские. И в ряд. Да, и в ряд, в такой ровный ряд вообще. Так интересно. Мы вот сколько собираем здесь иван-чай, мы такое вообще видим впервые. Такое вот чудо-юдо. Ну-ка покажи, как ты собираешь иван-чай. Вот. Так. Кустик. Так. То вот так беру, вот так. И вот так. Молодец. Таки молодец. Слава, хороший мастер-класс. А вот тут вот пособирали. Плантация. Там чуток пособирали. Иван-чая очень много. Я раньше, кстати, его не замечала в Свердловской области. Так много. Вот в Курганской области его было, да, всегда много. Тут в этом году что-то прям море иван-чая. Ну вот, спасибо всем за просмотр. Подскажите, вот что вот это вот за чудо такое мы увидели. Что это такое? А я бы и не увидела, у меня ребенок обратил внимание. Все, всем пока-пока. Ставьте лайки, если что, комментируйте. Мы рады вашим комментариям. Пока-пока.